Ответ прост. Экономика страны. Америка самая стабильная экономика, да, была за последние 100 лет, наверное. И кинематограф там абсолютно равномерно развивался без всяких стрессов особых, да, и без всяких перепадов. Он развивался уже там на протяжении больше, чем 100 лет. При этом там и климат очень благоприятный для кино, и много других факторов. И, конечно же, экономический фактор очень важен. И это все развивалось, когда у нас происходило черт знает что. И со страной, и с кино, и вообще его не было, или то оно было. Но, скажу честно, для меня большая загадка, почему все-таки в нашей стране же снимали классные фильмы, например, комедии. Но, кстати, их было не так уж и много. В основном мы знаем Гайдая. И почему вдруг они пропали? Почему вдруг стало не смешно? Ну, то есть, бывают какие-то хорошие фильмы, конечно же, и сейчас бывают, но крайне редко, крайне. Я не затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я не знаю, почему вдруг стало меньше хороших фильмов. Во-первых, еще раз говорю, они все-таки бывают иногда. Во-вторых, все перешло в сторону бизнеса, и, возможно, достаточно для того, чтобы заработать денег, достаточно делать кино такого уровня, которого делают. Наверное, так. Потому что во многом рынок диктует качество продукта. Потому что если совсем перестанут покупать то, что мы делаем, и нужно будет делать это лучше, я думаю, будут делать лучше. Но сейчас покупают то, что делают, поэтому